когда убирать и квасить капусту. Мои небольшие советы. Точную дату уборки капусты не скажет даже самый опытный огородник. Дата сбора зависит от климата вашего региона и погоды. Убираем капусту в ясную и теплую погоду. Тогда не потребуется дополнительная просушка. Желательно убирать после наступления кратковременных заморозков от минус 1 до минус 3. Тогда она будет более сладкой. Но в то же время не запаздывайте с уборкой. Подмороженная капуста не будет храниться, да и для засолки она не годится. Готовность капусты к уборке можно определить по внешним признакам. У созревших кочанов макушка сухая и желтая. На ощупь кочан плотный и упругий. Своевременная и грамотная уборка не менее важна, чем уход во время выращивания. От нее зависит длительность хранения и вкусовые качества. Вариантов хранения много. Как хранить, есть на моем канале. Капусту заготавливают на зиму не только в свежем виде, а также солят и маринуют. И тут тоже есть свои секреты. Еще бабушка говорила, что квасить начинаем после 27 сентября. Воздвижение. А еще лучше после покрова. Если солить капусту в определенные дни, то она всегда получается вкусная и хрустящая. Я предпочитаю квасить в мужские дни, особенно в четверг, на растущей луне, а лучше на 5-6 лунные сутки, в дни Козерога, Тельца, Овна, Стрельца и Льва. Капуста получается вкусная, сочная и долго хранится. Я вам предложила свои небольшие советы. Пользоваться ими или нет, решать вам. Наверняка у каждой хозяйки есть свои секреты. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вам просто нравятся комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.